У этой лошади 7-летка, в анамнезе сломанный зуб, на рентгенах опекальная инфекция, кариес по типу 3,5. Так, не по тем углом воткнул, но, в принципе, дернулся. Основание вправо, сейчас там разрежемся. Да, да, его оставляешь. Главное, маркер. Не-не-не, пока стоит так. Не так-то просто. Прицелиться, блин. Так. Чётенько в него иду. И самое главное, это сделать хорошее обезболивающее. Ты как он видишь, стоит, даже не дергается. Мне сейчас надо по другим углом зайти. Заживает. Не бойся, заживает. Стоп. Промахнулись продать. Давай назад. Да воняет, воняет, ты сгнил-то. Аж ходит уже. Сказать, почему не получается. Потому что я же корень-то прицелился в один. Примерно 2-6 это уже, когда стоп идет не по плану. Так потихонечку. Да. Самое интересное, у меня под пальцем ходит. Сейчас он на связке там сидит. Сейчас, моя малышка, сейчас. Одним точным ударом. Побых. Обошлись мелкой дыркой, это уже хорошо. Это он пытается. О, есть. Есть. Ух, да, вы. Второй. Не мы, а вы. Сверла мои там лежат. Ну, которые мы рассверливали зуб. Значит, поломались у нас. Вот. Все маленькое, все. Ага. Вот такой положим. Костный порошок. Ну да, это чтобы нам зарастала вот эта дырочка. Так, ты если разобраться. Это оттискной силикон. И мы делаем пломбу на время, чтобы еда не попадала в лунку. У людей эта штука используется, ну, как классический оттиск. А для нас это, ну, такая. Сейчас мы ее смешаем. Ну, такой, как пластилинчик он получится, да. Да, вот такая, смотри, пломба. Мне главное ее сейчас сделать ее такой вот. Я ее сильно не буду глубоко погружать. Сейчас она застынет, пломбочка. Ой, фух, так. Антибиотик сделали, бейсбольки сделали. Калапан засыпали, лунку промыли. Пломбу повесили. Гипотетик еще сделаем. 50% сделал сейчас я, ну мы все вместе. А остальных 50% заживления будешь делать ты. То есть у нас только пол этапа. Мы просто убрали сломанный зуб. Но так как у нас сейчас доступ и во рту, и снизу, ну то есть у тебя сейчас ты лечишь оперативную рану.